Добрый день, дорогие друзья, приветствую в городе курорте Анаполис. Температура водички у нас где-то градусов плюс 8. Все-таки по прогнозам пишет 10, но по ощущениям 8, не замерял. У меня градусник сломался. Температура воздуха плюс 4, это из машины. Дует северный ветер, довольно-таки прохладно. Мы находимся на пляже Витязева, это должно быть интересно всех. С наступившим Рождеством. Сегодня у нас уже 8 января 2022 год. И, друзья, наверное, самое главное в этой жизни — получать удовольствие. У нас тепло, шикарно, светит солнце. О чем еще мечтать, чего еще хотеть? Ведь удовольствие надо получать, уметь. Не забывайте лайк. Как хорошо. Во все ваши города огромнейший привет. Я честно рад вас приветствовать. Вода просто теплейшая. Немножко руки-ноги сводит, а так вообще шикарно. Ну, солнце на море — это чистый кайф и удовольствие. Прям на каменный пляж туда лучше ехать, если вы хотите искупаться, потому что здесь действительно довольно-таки холодно, но... Вот эти вот иголки, которые втыкаются в тело, дают вообще какие-то сверхэмоции. И ты понимаешь, насколько прекрасно жить, насколько великолепно получать это удовольствие. Фух, прям организм начинает разогреваться из-за того, что столкнулся с таким резким холодом, сжигаются калории и начинается согрев именно внутренней части организма. Это происходит после первой минуты, и потом вторая минута — это получение истинного удовольствия именно от купания в холодном море. Так, по времени где-то уже минутку 10, еще чуть-чуть немного, можно прям расслабиться, поплавать. Получить просто супер эмоции. Голову сразу не мочу, потому что ветер продувает. Надо будет сразу вытирать ее, когда буду выходить, чтобы в море не простудиться. Потому что самое главное, чтобы не заболеть от этих всех купаний. Если у вас есть желание, пробуйте всегда. Пусть не вот так долго, да, просто зайти, окунуться можно 1-2 раза. Потому что после выхода из воды, довольно-таки прохладное на солнце, будет гораздо теплее, чем сейчас. Вот она подходит, вторая минута к концу. И давайте попробуем немножко окунуться. Вот теперь ощущения более полные. Кайф получается. И удовольствие, так сказать, организмом ловить на все 100%. Шикарно. Какое вкусное море, не поверить. Потому что когда ты нырять, голова по-любому в рот попадает. Хоть водичка немножко мутная, но это именно после шторма осадок. Она, в принципе, уже поменялась, я думаю, и очистилась. И все уже довольно-таки хорошо. Какое счастье. Просто жить на море и купаться в море. Вот раньше этого совершенно не понимал. Сейчас, когда живешь этими чувствами и эмоциями, получаешь просто сверх чувства и ощущения от близости именно со своим любимым водоемчиком. Желаю, чтобы в вашей жизни тоже было здоровье, счастье, любовь и самые позитивные классные эмоции. Слушай, как ветер несет песок. И понимаю, что мне уже пора выходить. Ну, давайте еще раз с вами под воду. Огромнейший привет во все ваши города. Здоровья, счастья и с Новым годом. С новым счастьем. Пускай именно так все и будет.